Дорогие друзья, сегодня предлагаю поговорить про антиоксиданты. Вы все наверняка слышали это слово. Что же оно означает? Оно означает, что в природе есть вещества, которые являются защитниками. Защитниками нашего организма, защитниками молодости и красоты. Одна из самых распространенных теорий старения – это свободно-радикальная теория, которая гласит, что старение наступает в силу увеличения количества поврежденных клеток, поврежденных свободными радикалами. То есть мы с вами дышим кислородом, и обратная сторона этого процесса – образование свободных радикалов, поврежденных клеток. Когда мы молоды, полны сил, ведем здоровый образ жизни, наш организм справляется с ними самостоятельно, своими силами. Вредные привычки, загрязненная окружающая среда, старение – все это приводит к тому, что в нашем организме свободных радикалов образуется больше. И тогда на помощь к нам спешат антиоксиданты. Их много в продуктах питания, все витамины относятся к категории антиоксидантов, но проблема в том, что к коже доставляется всего лишь очень маленький процент, маленькое количество этих антиоксидантов из продуктов питания. Поэтому есть смысл использовать их и в косметических продуктах. Витамин С – это один из самых сильных антиоксидантов, и его польза для кожи невероятно велика. Для того, чтобы вы посмотрели, как работают антиоксиданты, хочу вам привести пример двух половинок яблока. Это известный пример, и его знают многие хозяюшки, что когда мы разрезаем яблоко пополам, для того, чтобы не заветрилась половинка, да, вот вы видите, что одну половинку я ничем не смазала, просто разрезала и оставила, вот она. Вторую половинку я смазала лимонным соком, и эта половинка, вы видите, выглядит значительно привлекательнее, чем родная сестра, вторая половинка. О чем это говорит? О том, что если не защищать, да, от свободных радикалов, от окисления, процесс порчи идет значительно быстрее. Процесс порчи может относиться и к нашей коже в том числе. Лимон, которым мы сбрызнули вторую половинку яблока, это антиоксидантная защита. Это витамин С. Витамин С один из самых сильных защитников для нашей кожи. Он защищает ее от фотостарения. Он участвует в выработке коллагена. Он стимулирует обменные процессы в клетках кожи. Осветляет имеющуюся пигментацию. Выравнивает тон и просто добавляет сияние коже. Она как будто подсвечена изнутри. Существуют разные формы витамина С. То есть это очень полезный коже компонент. Но проблема в том, что кислые формы витамина С являются самыми сильными и самыми нестабильными. Самая сильная форма, кислая форма витамина С – это аскорбик асид, но она очень быстро разрушается на свету. Поэтому сложность, прежде всего, в сохранности, да, этого очень ценного для кожи компонента. То, что предлагаем мы – это потрясающая разработка, комплекс, который предлагает вам самый свежий витамин С в кислой форме. Вот вы можете увидеть, что в баночке он находится посередине витамин С в виде порошочка. И в виде порошка он абсолютно стабилен. Для того, чтобы приготовить себе самый чистый витамин С, вы это делаете практически собственноручно, вам нужно нажать на дозатор, хорошо размешать, и затем нажать на дозатор, чтобы у вас высыпалась порция вашего порошочка. Вот он смешивается с гелем транспортирующим, причем гель здесь тоже не случайно. Он отвечает за сохранность нашего витамина С и за то, что витамин С будет невероятно мягким и нежным с нашей кожей. Когда происходит это смешение, витамин С растворяется в увлажняющих компонентах и депантеноле, которые очень полезны для нашей кожи, они снимают возможные побочные реакции от этого продукта и поставляют нашей коже чистейший, активнейший витамин С в 10% формулировке. Эта баночка должна прослужить вам ровно неделю. Через неделю у вас есть следующая баночка. Курс рассчитан на 4 недели упаковки. В коробочке вы найдете 4 таких баночки, которые вы будете каждую неделю готовить для себя собственноручно, имея всегда самый свежий, самый эффективный витамин С в сочетании с транспортирующим увлажняющим гелем, который дополнительно увлажняет, успокаивает кожу после витамина С. Используем мы этот актив вместе с комплексным уходом, который, я надеюсь, у вас есть. Время использования – это после очищения на сухую чистую кожу вы наносите 3-4 нажатия.
Вот видите, у меня растворяется, процесс растворения идет, вы помешиваете, и вы видите, как витамин С в порошочке растворяется в содержимом. И затем вам нужно несколько вот таких вот нажатий дозатором 3-4, вы распределяете по коже лица и по шее и декольте, которые тоже, ну, хотим, чтобы они не старели, сохранились молодыми и привлекательными. И это вы делаете каждый вечер на чистую сухую кожу, и затем наносите свой дальнейший привычный уход. Это средство для век, сыворотка и ночной крем. Когда вы используете витамин С, не забывайте утром использовать крем с высоким фактором защиты. В холодное время года достаточно SPF 30, в жаркое, солнечное время года переходите на крем-блокиратор с SPF 50, для того, чтобы у вас не образовалась пигментация. Потрясающий актив, обязательно попробуйте его, как минимум курс, для того, чтобы вы увидели, какой может быть ваша кожа. Подсвеченной, лощеной, холеной, красивой, отражающей солнечный свет, сияющей здоровьем, красотой, чистотой. Это именно то, что делает витамин С.